1 сентября начался новый учебный год. По всему ЮНАЙКИУ состоялись торжественные линейки. О том, как прошел День знаний в Лицее информационных технологий, видели наши журналисты. В первый день нового учебного года в нашем городе на базе средней школы номер 34 после масштабной реконструкции открылся Лицей информационных технологий. В празднике первого звонка принял участие и председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий. Дорогие педагоги, вам творческих достижений, удовлетворения от собственного труда, умных, послушных, успешных учеников. Вам, ребята, счастливого пути в жизни. Вам, родители, радоваться за ваших деток. От души вас поздравляю с праздником. Инесса Пикалова, мама ученицы 5 класса, в своем выступлении выразила уверенность большинства родителей лицеистов в том, что их дети в новом учебном заведении получат качественное образование. После первого звонка ученики лицея отправились на первый урок, посвященный 80-летию Донецкой области. Во всех классах установлены новая мебель и компьютеры. Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, специальным современным оборудованием. Введен в эксплуатацию новый медблок. Еще одним новшеством стала электронная карта школьника, которая будет фиксировать и оповещать родителей смс-сообщением о времени, когда их ребенок вошел в школу и когда вышел из нее. Также будут введены электронные дневники, которые позволят родителям следить за успеваемостью своих чад. В течение сентября все полностью будет окончено, все будут сделаны и беговые дорожки вокруг, и поля различные, футбольные, теннисные и прочие. И будут закончены художественные работы по новому корпусу, и там, где это необходимо, еще вопросы какие-то отделки. А это не будет никак мешать учебному процессу, и дети будут учиться в достойных условиях.